Самое экстравагантное – это Сальвадор Дали плюс Модильяни и Ривера с Браком вместе. Владимир Ромыш, Илья Цымбалюк. Ну, ребята стараются, будут грести. Данил Автухов и Матвей Протасевич. Итак, 200 метров. 30, наверное, может быть, одну или две секунды. Нет, против ветра 32-33 секунды покажут победители. Итак, старда. Ну что же, кто же лучше сорвался? Ой-ой-ой, как хороши Третьяков и Мисюченко. Выиграли старт Третьяков и Мисюченко. Вы знаете, сейчас очень трудно будет Натынчику догнать Литвину. Но они уже, Литвина, Натынчик выходит на вторую позицию. Но треть корпуса ведут вперед Третьяков и Мисюченко. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрите, какая гребля. Но Литвинов, Натынчик делают невозможное. Сумеют ли достать? Великолепный ход у Третьякова и Мисюченко. Но не сдаются Литвинов, Натынчик. Ну что же, сумеет или все-таки спринтеры удержат свои полномочия? Третьяков, Мисюченко. Далее Натынчик, Литвинов. И третье место — Климович, Мельник. Ну это тоже большой успех. Да, вот они, сильнейшие спринтеры. Поддержали реноме. Но, дорогие друзья, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик великолепно прогребли. Браво, браво, браво. Но третье место заняли Тимофей Климович и Виталий Мельник. Это тоже успех. Ну же, друзья, теперь я точно говорю до свидания. Обнимаю вас крепко-крепко. Ну и помните, что хорошие компании расстаются только за тем, чтобы в следующий день собраться вновь. До новых встреч. Обязательно завтра мы продолжим следить за основными событиями соревнований, которые проходят в Заславле. Это открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле на байдарках и кано. Яркими получились сегодняшние финалы. Да, были и неожиданные результаты. Но, тем не менее, в большинстве из заездов именно фавориты смогли взять верх. Итоговая таблица. Третьяк, Мисюченко, чемпионы Беларуси. Серебро у Литвинова и Натынчика. Бронза — Климович, Мельник. Наши фавориты заняли вторую строчку, но мы поздравляем Третьякова и Мисюченко. 32 секунды и 5 сотых – это очень хороший результат, тем более, что ветер действительно встречный, левый, так что эти цифры…